Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу сказать несколько слов о том, как относятся к нам грузины. Это удивительно. Я, конечно, наслышан очень много этого об этом, но более чем странно это вот, ну, как-то вот видеть, потому что каждый человек, которого мы встречаем, стремится нам помочь искренне. Он просто вот бросается на помощь и там, нам искали отель, помогали найти отель где-то там. Нам просто вот показывали дорогу, нам говорили, приезжайте, приезжайте еще. Нам советовали, что посмотреть, нам рассказывали о достопримечательностях городов. Нас угощают вином, и, ну, это более чем, ну, трогает. Это очень здорово, и на самом деле даже как-то неудобно становится, потому что вот мы у Грузии отняли Южную Осетию, так вот, а к нам так тепло относятся. И это просто вот действительно очень гостеприимная страна. И я это подтверждаю. И я люблю грузин просто. Вот. У меня очень много грузин, знакомых в России. Это очень тоже хорошие люди. Вот. Много армян тоже знакомых, тоже хорошие люди. И, друзья мои, просто, ну, надо жить в мире.